Добрый день, уважаемые слушатели! Сегодня мы с вами продолжаем курс «Выразительное чтение». И сегодняшняя наша тема – это особенности исполнения литературных произведений разных жанров. План темы – это жесты, мимика, поза и инсценирование в процессе освоения техники выразительного чтения. Из слов человека можно видеть, за кого он хочет прослыть, но то, что он есть на самом деле, можно угадать лишь по мимике, жестам, телодвижениям, которые непроизвольны. Ребята, вы знаете, что можно разговаривать без слов? В этом нам помогут жесты, мимика и наша поза. Мимика. Что же такое мимика? Мимика – это движение мышц лица, глаз, бровей, губ, лба, выражающие душевное состояние человека. Глаза называют зеркалом души. Надо иметь контакт с глазами. Одни и те же слова при разном выражении лица и глаз могут приобрести противоположный смысл. Выражение глаз должно соответствовать тому, что вы говорите. Жесты. Жесты – это движение рук и пальцев, головой, плечами и другими частями тела. Поза – язык телодвижений, соматический язык. Поза. Поза – это положение тела. Человеческое тело способно принять около 1000 устойчивых различных положений. Поза показывает, как данный человек воспринимает свой статус по отношению к статусу других присутствующих лиц. Лица с более высоким статусом принимают более непринужденную позу. Бывает также закрытая поза. Поза, при которой человек перекрещивает руки и ноги, называется закрытой. Перекрещенные на груди руки являются модифицированным вариантом преграды, которую человек выставляет между собой и своим собеседником. Закрытая поза воспринимается как поза недоверия, несогласия, противодействия, критики. Более того, примерно треть информации, воспринятой из такой позы, не усваивается собеседником. Наиболее простым способом выведения позы является предложение что-нибудь поддержать или посмотреть. Поза. Поза готовности, сигнализирующая о желании закончить разговор или встречу. Бывает, вот смотрите, по материалу имеются разные виды поз. Выражение готовности у сидячего человека. Агрессивная поза готовности. Человек открывает область сердца и горла, выказывая невербально бесстрашие. Эта поза может быть более усилена, если человек расставляет широко ноги или сжимает пальцы кулаки. Следующие позы. Неполное скрещивание рук, при котором одна рука помещается поперек тела, закрепившись за другую руку. Так получается барьер. Человек часто использует барьер из рук, находясь в обществе незнакомых людей или при отсутствии уверенности в себя. Если человек держит самого себя за руки, такой неполный барьер используется людьми, стоящими перед большой аудиторией, при получении награды или при произносении речи. Следующая поза – перекрещивание ног. Является признаком негативного или оборонного отношения человека. Скрещивание рук свидетельствует о более негативном настрое человека, чем скрещивание ног. И скрещенные руки более явно бросаются в глаза. Когда закинутая нога на ногу сопровождается еще и скрещиванием рук на груди, это означает, что человек отключился от разговора.
Если человек заинтересован в общении, он будет ориентироваться на собеседника и наклоняться в его сторону. А если не очень заинтересован, будет ориентирован в сторону и откидываться назад. Человек, желающий заявить о себе, будет держаться прямо в напряженном состоянии с развернутыми плечами. Человек же, которому не нужно подчеркивать свой статус и положение, будет расслаблен, спокоен, находиться в свободной, непринужденной позе. Человек подпирает голову или подбородок, если ему скучно, неинтересно, и он борется со своим желанием заснуть. Наши руки тоже могут передавать разные сигналы. Обратите внимание на сигналы рук. Огорчение и враждебность, напряжение и несогласие, самоуверенность, оборонное или негативное состояние человека. Наиболее распространенные позы – скука, заинтересованность, негативные мысли, замаскированная нервозность, оценка и принятие решения, оценка принятия решения, скука, открытая, закрытая поза, заносчивая, открытая, покорность, бегство, открытая и заносчивая. Жесты. Жесты – это движение рук. Они тоже являются средством выразительности и требуют внимания к себе. При чтении или разговоре можно использовать определенные жесты, соответствующие ситуации речи. Не должно быть бессмысленных жестов, например, сильного размахивания руками. Нельзя постоянно повторять один и тот жест. Жестом можно многое сказать и без слов. Быстрая и чрезмерная жестикуляция создает впечатление того, что человек размахивает руками и тем самым затрудняет восприятие не только жеста, но и слова. Лишние жесты – это ссор, это грязь, это пятна, считал Станиславский. Выверенный, точный жест усиливает воздействие слова, помогает понять смысл фразы, приоткрывает ее подтекст, уточняет значение слов-указателей, место, там, туда, оттуда и тому подобное, эмоциональное состояние говорящего, его намерение. Язык жестов – один из самых древних языков. Человек использует жесты, чтобы выразить свое отношение к сказанному. Каждый жест человека подобен слову в языке, он неразрывно связан с ходом мысли и с движением чувств человека. В общении чаще всего встречаются следующие виды жестов. Обратите внимание, жесты оценки, жесты самоконтроля, жесты доминирования, жесты расположения. Имеются также ритмические жесты. Ритмические жесты связаны с ритмикой речи. Они подчеркивают логическое ударение, замедление и ускорение речи, вместо пауз, то есть то, что обычно передает интонация. Эмоциональные жесты – это жесты, передающие различные оттенки чувства – волнение, радость, восторг, ненависть, печаль, огорчение, недоразумение, растерянность, смятение. Некоторые из них закреплены в устойчивых сочетаниях, поскольку такие жесты стали общеязычными, общезначимыми. Например, бить себя в грудь, стукнуть кулаком по столу, повернуться спиной, пожать плечами, развести руками, указать на дверь и тому подобное. Также имеется указательный жест. Это жест, с помощью которого говорящие выделяют какой-то предмет из ряда однородных, показывая место, наряду, сверху, там, подчеркивает порядок движения, то есть по очереди или через одного. Указать можно взглядом, кивком головы, рукой, поворотом тела и тому подобное. Некоторые указательные жесты условны. У
указательный жест рекомендуется использовать в исключительных обстоятельствах, когда есть предмет. Обратите внимание на следующие жесты. Жест пожимания плечами является хорошим примером универсального жеста, который обозначает, что человек не знает или не понимает, о чем речь. Это комплексный жест, состоящий из трех компонентов: развернутые ладони, поднятые плечи и поднятые брови. Потирание ладони. С помощью потирания ладони люди невербально передают свои положительные ожидания. Такие жесты мы, конечно, можем употребить в устной речи или же пересказа прочитанного, чтобы показать различного рода выразительные окраски. Также собирание несуществующих ворсинок. Жесты существует три основных положения головы. Первое – это прямая голова. Это положение головы характерно для человека, нейтрально относящегося к тому, что он слышит. Когда голова наклоняется в сторону, это говорит о том, что у человека пробудился интерес. Если голова наклонена вниз, это говорит о том, что отношение человека отрицательное и даже осуждающее. Когда человек начинает с вами откровенничать, он обычно же скрывает перед собеседником ладони полностью или частично. Как и другие жесты языка, телодвижения, это полностью бессознательный жест. Он подсказывает вам, что собеседник говорит в данный момент правду. Также имеется выставление больших пальцев рук. Это говорит о властности, превосходстве и даже агрессивности человека. Кроме того, любители этого жеста часто встают на цыпочки, чтобы стать повыше ростом. Сигналы для определения лжи. Обратите внимание, имеется семь основных жестов лжеца. Изучая эти жесты, мы можем узнать, кто лжет или же в какой момент ваш собеседник вас обманывает. Лучший способ добиться взаимопонимания с собеседником – это скопировать его позу и жесты.